утро, Златка. Злата, ты готова? Ну, хорошая новость в том, что у нас тут жара. Ну все, твоя судьба решена. Отправляйся. Ну что ж, друзья, у нас вечер, пора ложиться спать. Всем привет! И вы на канале Супер Злата. И с вами мама Лиза. Почему? Потому что Злату сегодня ждет очень интересный день. Да-да-да, сегодня тот самый день, когда моя Златка будет выбирать одно или другое. А мы с вами предоставим ей выбор. Но она ничего не знает о нашем эксперименте. Так что давайте ее разбудим. Златка, доброе утро! Доброе утро, Златка. Доброе утро, доброе утро. У тебя сегодня день выбора. Ты знаешь, что это? Это значит, что я показываю тебе два варианта, а ты выбираешь. Ну давай. Поставь лайк и подпишись. Новое видео, дождись. Супер Злата, это я. Давай будем, друзья. Всем привет! Сегодня мама мне подготовила опять какой-то странный челлендж. Выбирай. С чего начнется твое утро? Ну то подумай. Утро начнется классно. Так, Златина утро начинается слишком хорошо. Надо придумать что-нибудь еще каверс. Сейчас, Злата, ты будешь выбирать, что тебе есть. Злата, ты готова? Следующее, что ты выбираешь, это завтрак. Я положила подложку, чтобы точно не было видно. Давай, чтобы все по-честному. О, этому человеку сегодня везет! Судьба тебя наказывает. Хлопья не открываются. Ну, ладно, на. Какой я самый... Что же, утро у Златы начинается с прекрасного завтрака и массажа ног. Что же дальше? Так, есть у меня тут еще. Есть на кухне, есть на балконе. Оставлю на ужин. А вы досмотрите, что там получится. А пока... Предложим Златочке вот такой выбор. Так, Златка, мы... Я доела. Ты доела, а я предлагаю тебе следующий выбор. Это еще не все. Да, это еще не все, твой день только начинается. Ну, хорошая новость в том, что у нас тут жара. Так что... Так, ну выбери тоже футболку и шорты, ты же потом переоденешься после бассейна. Я надену футболку и шорты с рубашкой, но после бассейна. А сейчас я пойду в купальнике. Правильно, потому что мы так обещали. Так, ты уже готова? Да, вот так вот получилось. Покажись. Я оставила шорты и одела купальник. Поверни, чтобы мы убедились, что купальник настоящий. Хорошо. Вот вам пруфы. Готова к следующему? Да, я готова. Наверное, точно. Я подготовила следующее задание для Златы. Это мне опять? Это тебе опять. Выбор, выбор, день выбора. Та-ра! А второе было вот такое. Мам, ты совсем... Злата добавила выбор в панаме или в кепке. Готово. Так, Златочка, ну день-то выборов у нас только начинается. В смысле? Есть еще. Злата, ты должна выбрать, на чем мы поедем. Ой, блин, хочу на самокате, потому что там ветерок дует. Да что такое? Так, ну что ж, зададим Златке еще вот это, то, что она придумала.
это. Ну что, перед выходом из дома осталось решить одну важную вещь. Мам, ну что ты меня опять притащила? Да это ты мне подготовила, давай. Я забыла уже? Давай, кепка или панамка? Увы, придется исполнять челлендж. Ну что же, мы же на самокате едем. Значит, на самокате. Погнали. Златка, давай. У нас еще целый один выбор предстоит перед лагерем. Эй, Злата, 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 куда ты? В лагерь пошла? Ты забыла кое-что. Давай. Мама. Ну давай, сегодня день выбора, ты знаешь. Давай. Хорошего тебе дня, киса. Пиу. Ну что, Златка, устала после лагеря? Да, я была вся потная, когда пришла. Кушать хочешь? Конечно. Хорошо, хорошо. Давай, давай, иди кушать. У меня же для тебя есть выбор. Что, кушать садишься? Так вкусно выглядит. Можно съесть? Подожди, сначала мы решим, где ты ешь. Это еще не все. Нет, у нас сегодня целый день веселухи. Здесь на балконе. Там жжёт. Ну все, твоя судьба решена. Отправляйся. Что, зато вид какой классный. Что, хорошо тебе? Я уже все. Да классно на улице-то. А теперь мамина очередь выбирать. Мам. Что, Злат, я только подохнуть тут присела, вон, фильм теперь выбираю. Теперь твоя очередь выбирать. В смысле моя очередь выбирать? Я что, тоже у меня день выбора? Да. Ну ладно, только ради тебя. Ради подписчиков. Отойдите, отойдите, Ой-ой-ой, уборщица наша! Вот тут крошка осталась, протирай! Ребята, видите этот листочек? Вы думаете, для кого это челлендж выбора? Опять для мамы? Нет, не угадали. Это челлендж для вас. Выбирайте эту верхнюю или нижнюю. Если вы выбрали верхнюю, тут знаете что? Подписаться на наш канал. А если вы выбрали нижнюю, то поставьте лайк. Если вы это сделали, большое спасибо вам. Мы вас любим. Ну что ж, друзья, у нас вечер, пора ложиться спать. Осталось только выяснить, где Злата будет спать. Ура! Кровать! Злата? Что? Последнее задание. Мам! Ура! Ей! Ну что, челлендж мне очень понравился. Правда, иногда неудача была. Зато массаж ног получился. Помните начало. Поставь лайк и подпишись. Новое видео, дождись. Супер Злата, это я. Давай будем, мы друзья. Пока-пока. И до встречи в новом видео.